ребятки, всем привет! Сейчас покажу, как вот, собственно говоря, сделать фриз на потолке. Как сделать проекцию. Вот мы подвинули. Тут делаем отметочку на потолке. Аккуратненько фломастером. Вот сделали отметку. То есть притулили здесь к стене, сделали полосочку поверху. Все, эта метка есть у нас. Так, теперь, ребят, берем этот же фриз и так же самое выставляем по стене, вот как он у нас будет идти. Вот, поставили, берем этот же фломастер, можно ручку, и на пересечении делаем тоже меточку. Вот где пересекается та линия, вот она шла, и это. Сейчас покажу, что у нас получилось. Вот, ребятки, поближе, как у нас, собственно, получается. Вот так пересечение двух фризов. Это верхняя точка. Вот. И, в общем, где эти линии пересеклись, делайте метку сразу на фризе. Раз. И здесь в углу два. Один фриз у нас готов. Теперь, ребятки, здесь, получается, мы берем, и вот где пересечение, тоже делаем на верхнюю метку и снизу на углу. Вот верхняя метка, вот нижняя. Теперь покажу, как правильно отрезать. Так, ребят, вот теперь там, где мы метили на потолке, ставим вот так вот на какой-нибудь там столик, какой не жалко, козлик. И вот так вы должны отрезать, собственно. Я беру обычным сапожным ножом и режу все это дело. Вот, сводим две точки и прорезаем. Вот раз, один фриз готов. Теперь второй также. Вот первый фриз отрезали. Теперь таким же самым макаром отрезаем. Обязательно вот эту вот, собственно говоря, штучку упираем там, где у нас потолок. Упираем, собственно говоря, об стол. Вот раз и сводим. И пошли отрезать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.